В Доме культуры села Узунагаш чествовали автора песен, известного культурного деятеля Талгата Симбаева. Литературно-музыкальный вечер, посвященный юбилею музыканта, собрал более 300 человек в зрительском зале. Для них был организован масштабный концерт, в котором артисты исполнили лучшие произведения современника. На торжестве побывала и наша съемочная группа. Талгат Симбаев более 40 лет посвятил музыке и преподаванию. Композитор является автором более 60 произведений. Их исполняют такие звезды эстрады, как Нургалин Усипжанов, Нурбулат Абдуллин, Ержан Косбармаков и другие. В настоящее время Талгат Симбаев преподает молодым дарованиям в средней школе села Узунагаш. Кроме того, мужчина является руководителем семейного музыкального ансамбля «Симбаевы». В текущем году музыканту исполняется 60 лет. От лица Управления культуры хочу поздравить Талгата Симбаева с юбилеем и пожелать творческих успехов. Он внес неоценимый вклад в развитие культуры региона, воспитал талантливых учеников, а его произведения пользуются популярностью среди исполнителей и слушателей. Спасибо за ваш труд. За годы своей творческой деятельности воспитанники Талгата Симбаева достигли больших успехов в музыкальной карьере, неоднократно становясь призерами конкурсов республиканского и международного уровня. За свои профессиональные заслуги мужчина был награжден нагрудным знаком «Лучший учитель» и удостоен звания почетного культурного деятеля страны. Кроме того, на литературно-музыкальном вечере Талгат Симбаев был удостоен звания почетного гражданина Жамбылского района. Талгат Шарипович – талантливый музыкант, который все силы посвятил творчеству и воспитанию. Я считаю, что проведение такого вечера было необходимо, чтобы как можно больше людей узнали о таких деятелях культуры, об их труде. На литературно-музыкальном вечере зрителям также продемонстрировали небольшой фильм, посвященный творческому и жизненному пути Талгата Симбаева. Завершилось мероприятие праздничным концертом с участием творческих объединений «Сюинбай Сазы» и «Кулан Саз». Аделя Кжаркенова, Хангельда Ахметханов, телеканал «Житсу».